И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все на том же самом сервере, все так же с модом Expansion Core. Одно я могу сказать, что произошло, это просто ад. Во-первых, я все больше и больше вникаю в суть модов. Пытаюсь разобраться, что как работает и так далее. Во-вторых, да, установил я холодильник, то есть новое оборудование и так далее. Также разобрался, что это за батарея. И я, конечно, не разобрался, как она конкретно работает, но если изготовить вот эту фигню, вы видите, из чего она готовится. Если вы ее изготовить и установить рядом с генератором, а потом в него вовнутрь закинуть вот эти вот Organic Fuel Cell, то данная батарея будет работать, даже если вы его перенесете странного куда. Да, она будет за счет, как я понял, беспроводной сети работать, и от нее, возможно, вы сможете как-то подключиться. Также Advanced Electric Prod, я создавал его. Штука классная. Торпор накидывало 3500 по куропатке, по, господи, по индюшке. Ну, а, кстати, если установить его, то батарея сразу же отрубается, даже рядом стоящая. А если мы убираем, то все сразу же запускается. В общем, пока что я с этим сильно не разбирался. Будем потом разбираться, когда я уже буду строить большую базу и так далее. А, что еще? Что еще? Что еще? Да вроде сильно такого-то и ничего больше. А, да. Установил Chemist Bench, чтобы лучше наркотик создавать. Да и вроде бы все. Печку вы видели? Ну, если б не видели, то да, я еще печку установил электрическую. В общем, тащит она на ура. Такс, что у нас здесь? Здесь у нас ничего такого серьезного. Что у нас здесь? Кстати, я вот это вот выбил давненько уже, не знаю, что да как. Кстати, у меня есть 7 Small Experience Potion. Вообще зачетно. Сейчас они пригодятся. Ну и здесь немного ресурсов. Конечно же, металлической руды сраного как не хватает. Ну, а также обсидиана, потому что я юзаю его на полимер. Кстати, узнал, полазил по базе, оказывается, меч добывает полимер органический точно так же, как и дубина. Это круто. Я сразу же состряпал легендарный меч себе. Кстати, апнул себе топор, да, праймал. Вообще кайф, это реальный кайф. Конечно, невысокого качества, урон оружия 300%, ну, без 0,5. Но в целом все здорово. Меч создал не ломающийся сразу же. Я что-то протупил, надо было металлические инструменты. Ну ладно, просру их, либо накоплю побольше металла, тогда сделаю себе не ломающийся. Сделал себе броню не ломающуюся. Да ты, зараза, опять у меня исчезла. Создал скин сраный, блин, а его если снять, то он исчезает. Ну, благо он стоит на единичку кожи. Извиняюсь. Что-то голос хапанулся. Видать, продул чутка. Ну вот. Благо стоит единичку кожи и создать одна проблема. Ну, умирать ради скина не хочу, который снимается. В общем, создал не ломающийся. Извиняюсь. Все, прокашлялся. А чё, я тебя не убрал, что ли? А чё это отсюда убрал? А, я эту фигню убрал. Кстати, я создал, я не знаю, что это за фигня. Cold реагент. Вообще, для чего он нужен? Ну, создал, ладно, пофигу. Что там? Use реагент. Ну-ка, допустим. No item. Так, окей. Неинтересно. Ясно. Ясно. Я, короче, получается, в него добавляю эти реагенты, которые мне дадут типа урон, короче.
защита от холода и так далее. Все, я понял. Спасибочки. А я читаю описание, думаю, о, понятно. Так, я походу понял, из-за чего у меня голос хрипит. Форчика открыта. Сейчас закрою и вернусь. Да, пока закрывал окно, прихожу, смотрю, эти дебилы тут бегают опять. Автоматически на агрессию включились. Ну ладно. С ними мы попозже разберемся, кстати. Гамма-3, короче. А, твою мать, дебилы, своими сраными хвостами. Ёптель, я аж обосрался. В общем, самое главное, нужно читать описание. Так, что у нас дальше? В общем, создал щит, кстати, щит здравый. У него нет прочности, но имеет защиту. И в целом в этой броне я получаю очень маленький урон. Но! Смотрите на эту штуку. Ну, не ломающийся тег ботинки, не ломающиеся перчатки. Все тековски. Прикиньте, я просто могу вручную их создать тег броню себе. Полимер, слиток металла, кристалл, черный жемчуг. Единственная проблема в черном жемчуге. Да, теперь нужно добывать черный жемчуг. Вот дебилы, блин. Я вас сейчас всех порешаю, твари. И вы начнете бегать туда-сюда, я вас всех порешаю, козлы. Вот просто завалю нафиг всех уродов дебильных. Будете меня бесить. Опять автоматически. Я их только что на пассивку, твари, вас включил. На пассивку. Какого фига вы двигаетесь? Ну да ладно. В общем, из последних новостей я всрал Аргентависа. Но... это было до того, как я всрал волка. Альфа-волка я всрал, он у меня умер, когда я дрался со сквачем. Со сквач, да, по сути, ну, в общем, козлом, короче, обезьяной я дрался. Вот, и, в общем, чутка я его не успел завалить, чутка не успел отхиляться, и пролак, и он помирает, я помираю, все, короче. Война с ними у меня теперь. Личная. Вот, полетел искать я волков, в общем, волков не нашел, зато увидел саблезубого... Кто там? Саблезубый тигр. Саблезубый тигр. Тигр. Да, этот же тигр, точно. В общем, увидел саблезубого тигра. 145-го, мать его, левел. Прикиньте, да? 145-й левел. Ну, я недолго думаю. Давай, короче, строить ловушечку, все дела, короче, чтобы его притомить. И, знаете, ничего не предвещало беды. Но я 3 раза туда-сюда летал. Почему? А первый раз 100... взял, короче, вот этот пруд. А он по альфачу вообще дамажит мало. Оглушение кидает мало. А там всего лишь 50 ударов. И, в общем, он как-то, ну, не очень. Кстати, вот мой птерчик. Да, я птерчика себе притомил. А чтобы у меня он был. А, теперь, ну, тут лазил 140... Я 115 вроде левел. А, вот, лазил, ну, я его притомил. О, кстати, надо киблы-то скинуть. А то портится просто так. Создал 40 киблов. Думал, уже будет много на саблезуба. Оказалось, 10 хватило. А, вот. В общем. И на том хорошо. В общем, да что такое? Бегал туда-сюда, в общем, летал. И один из разов, когда я туда полетел, смотрю, они сцепились с Аргентависом, с Альфа-Аргентависом. Ну, а я на Аргентавис летал. Ну, я просто думал, а вдруг я смогу его зацепить? Я ж не знаю, альфачей хватает, не хватает. Ну, в общем, альфачей не хватает. Ни волков, ни саблезубов схватить не может. Знаете, я там. Вот, так что... Только кицали. Опять-таки же все уперлось в кицали, в отсутствие кицали. Ну да ладно, думаю, что поделать. В общем, пока сваливал от этого, от саблезу, от Аргентависа, он меня в итоге догнал, короче, и завалил Аргентавис, потом меня, я потом на птере прилетел, и все нормально. Но Аргентавис я потерял. Саблезубу кое-как притомил. А, было у меня 96 дротиков, 2 дротика осталось, 2 промахнулся. И, ну и один, считай, я когда через трубу смотрел, что да когда где. Торпор, 203 тысячи, если что, 203 с половиной тысячи. Это просто ад. В общем, 90 дротиков, которые по 1500 накидывают торпор, это просто ад. А, был у него торпор 86, что ли, или 84, короче, что-то 80 с половиной. 85, короче, торпор у него было. А, вот, и
Как бы это был, конечно, да. Это еще тот кобздец был. Но я справился. Приручить смогли. Там такая система с ловушкой была. Это просто жуть. А вот, ну, кое-как получилось, и на том хорошо. Такс, все, качается, отлично. Оп, волчица не качается. Вот, в общем, решил его пока что не качать, показать его первоначальные параметры. 37 тысяч здоровья, выносливость 620, кислород, еда, вес, все идеально. Ну, выносливость можно до 1000 догнать. Раз, два, три. Вот, этого будет вполне предостаточно. А дальше... Скорость, кстати, адовая. Скорость вообще не нужна. И все очень даже кайф. Кстати, сразу же хотелось бы сказать. Сервер я не говорю. Если вы нашли сами сервер, то молодцы. Флаг вам в руки. Это не означает, что я буду писать в чат и так далее. В чат я вообще не пишу. Почему? А я не хочу, чтобы на сервере знали, что я там русскоязычный и так далее. Я для чего всех переименовываю по-английски? Всех своих питомцев переименовываю по-английски, не по-русски. Это у меня здесь написано Птернодон. У них будет написано у всех вот так вот. Птернодон, по-английски. И, соответственно, если я назову по-русски, то у них вот тогда уже будет по-русски. А если я пишу по-английски, то все нормально. Я специально не пишу. На всякий случай. Мне задолбало уже менять сервера постоянно. Вот будут стримы. Будем играть вместе. Будем играть на русскоязычном сервере. Чтобы, если что, с админом можно было связаться и так далее. Пришли на сервер. Я рад за вас. Уже приходят люди, нашли, там, не знаю, сколько там пыжились, не пыжились, что делали ради того, чтобы найти. Ну, в общем, пришли, хорошо, молодцы, играйте, ради бога. Там, делайте для себя спойлеры для сценосерии. Это ваше дело. Ну, спойлеры на серии, в смысле, там, пролетели, посмотрели и, о, у тебя такое будет. Кстати, 4,5 часа осталось, я скоро тройка обратно к себе переманю, и я на тот берег пущу. Да ладно, альфач, что ли? И скоро на тот берег... А, нет, обычно, а что такое резко-то, как у нас? На тот берег сделаю мост, и будет вообще все легко. В общем, народ, сервера я свои не говорю. Если я говорю, какой сервер, он всегда есть в описании. За дебильные вопросы будет бан. Кстати, что это за фигня? Имплавит. Что за фигня в правом верхнем углу? Посмотрите, вот значок. Видите, да, значок? Даже куда-нибудь так вот на свет сейчас попробую сделать. Вот, видите, значок. И вот у него что написано. Что за фигня, я не знаю. В общем, короче, ладно. Если вы знаете, напишите в комментариях. В общем, что я хочу сделать? Во-первых... Использовать 7 Small Experience Potion. Кстати, у меня уже 94 левел. И судя по инграммам, здесь 130 левел максимум. Требуется уровень 130. Да, 130 левел максимум. Кстати, здесь какие-то печи. О, 150 левел. Ёпрста, вот этого я не видел. Офигеть, 150. Это значит, я себе могу еще много чего вкачать здесь. Да, уже было бы, конечно, это мне нужно. Ну да ладно. В общем, все Small Experience Potion я вкачиваю и вкидываю все в урон. 2000 урона. Просто 2000 урона. Урон какой был, вы видели. Там что-то 200, 250, примерно так. И сейчас давайте посмотрим, какой я урон уже получил. Как видите, бегает он резво. 1300. Просто! Твою мать! 1300. А, да, это кайф. Это кайф. Реально. 145 левел. Вы бы знали, сколько трудов. Если бы я снимал серию... Не, если бы я делал бы это на стриме, то мы потратили бы на стрим. То есть стрим был бы часа 4. И... Мы бы только поймали бы саблезуба.
То есть один полноценный стрим, это я ловил бы саблезуба. То есть я реально потратил часа 4. Ну, я там делал передышки и так далее, как бы было бы больше. Но я делал передышки и так далее, как бы дела по дому и все в таком духе. Но, в общем, суть в том, что полноценной беготни было это 4 часа. То есть я себе ставил алхимический стол, я все это создавал, я создавал новые дротики и так далее. Это был кобздец просто. Такс. Давай еще вносливости немножечко, раз уж я могу это себе позволить. Давай скорости. Прям чутка. Вот так хватит. Так, вес будет вполне предостаточно. Еще немного выносливости. Во, вот теперь даже вот так лучше сделаю. Ну, а теперь просто зачетно. И дальше уже будет чисто урон. Был 207, был 145, стал 217, уже 250. То есть я, получается... Так, сколько я, получается? Ага, плюс один левел. Так, стоять. На. У 262-й он уже, господи, какой 250-й. Уже 262-й левел. Просто надо было уже перезайти в инвентарь, я же вкачал экспу. То есть, получается, у меня сейчас 50 левелов я ему вкачал уже. 45, вроде бы. Математика дерьмово. Давайте посмотрим, как он плавает. Во-первых, прыгает просто адово. Во-вторых, плавает. Обалдеть, как он быстро плавает. Я его вел, я летел на птере, я его вел, сразу говорю, я его вел с зимы. Я его поймал в зиме. Помните, как пролетал, где вот мост, да, по координатам 70 на 20, вот этот мост, да, он идет. И, в общем, как пролетаю туда вниз, то есть по тому маршруту, где я летал, я там его, собственно, и нашел. Адовый, адовый. В общем, сегодня что я хочу? Я хочу сегодня поискать альфачей. Просто до жути поубивать альфачей, найти эту тварь мартышечную. Со сквач или как он там. Где это обезьян-мен долбанный, если бы его никто не завалил. Он тут валил всех. А теперь больной его я. Кстати, видел альфа-паразавра. Удивился. Именно альфа-паразавра. Не прайм, а альфа-паразавра. Вот. Так что, да. Кстати, тут хотел это альфача убить. Ну, думаю, мало того, что подкачаться, но и это... альфа-трайка убить. 115 левел. Пока я пыжился, в общем, его притомили. Притомил подписчик. Думаю, ну ладно. Говорится, на благое дело. На благое дело тоже нормально. Так, ладно, давайте я поищу эту обезьяну. В общем, как будут какие-то моменты, я буду включаться. Так будет куда намного лучше, чем всю эту беготню ненужную смотреть. И как бы писали в комментариях то, что все перелеты пропускать. А вот когда что-то интересное, включать. Ну, собственно, как я и думал. Что все-таки лучше всего именно так. Потому что полный, это полная беготня и так далее. Это на стримах можно будет увидеть. Так. Кайф. Вот по дамагу реальный кайф. Так, ну, в общем, где-то здесь я эту обезьяну видел тогда, так что поищем. Кстати, разрабы, походу, дела изменили, и теперь вот эти, те, кто прут, они не берут предметы с вот с этих слотов. Потому что если здесь ничего нету, раньше было как, даже если здесь ничего не было, здесь было что-то, то они все равно крали. Теперь же они просто атакуют. И было даже если в сидя. В общем, они крадут... Только, даже вот откроем два инвентаря, не отсюда, не отсюда, не откуда, только отсюда они крадут. Это здорово, кстати, я тут завалил Yellow Tribe, он, короче, там стоял, короче, но я его завалил. Ну, вот, кстати, дом подписчика вроде бы. Да, дом подписчика, он уже построился, Трайка загнал его внутрь, чтобы он это не на улице стоял. Вот, и, собственно... Как я и думал, далеко подписчики не уйдут. Кто бы что бы ни говорил, все равно подписчики далеко не уходят. Потому что и им интересно, а вот и праймач. Ёб твою, что ли, это что? Это что за куски шматки ядрить, мадрить, нифига себе. Так, окей. На тебе, скотина. Так.
Блин, она летает, она слишком высоко летает. Козлина. Блин, благо он у меня умеет прыгать. Причем так жестко умеет прыгать. Да, уж тяжело с этими муравьями. Но они должен получить с него прайм кератин. Сколько хоть в тебе здоровья-то, козлина? Хоть посмотреть тебе здоровье-то. 3200, да ладно. Он отхиливается, пока туда-сюда. Пока не бью по нему, он отхиливается, скотина. Так, ладно, спокойно. Ты меня бесишь, козлина. На тебе, тварь, на, получай, козлина. У меня супер меч. Супер меч. Я завалю тебя, скотина. А ну иди ко мне сюда. Сюда, скотина, иди. Она меня бесит уже. Она меня просто до жути бесит. На, тварь! О, да! Наконец-то! Ненавижу этих летунов. Да, про... О, прайм хитин кератин! Он выглядит один... О, отлично, он со всех добывает слога. Отлично, значит, любых, то есть хоть хитин, хоть кератин добываешь, он становится праймовским, точнее, праймовский хитин, либо кератин, все отлично. В общем, короче, все нормально, хоть хитин, хоть кератин можно добывать, и все будет здорово. Отлично. А, это мне нужно для шапки, точно, для притомления альфа-чей, вспомнил, для чего мне нужен кератин праймовский. Ну вот, пожалуйста, нехило. Плюс, если не ошибаюсь, саблезуб добывает хитина. Хитин-кератин в нормальном количестве. Что означает то, что мне нужно. О, вы чё, в натуре, что ли, прикалываетесь, а? Ну, извини, лисозавр, блин. Уж так получилось. Такс. Блин. Ну хорошо. Погнали, еще кого-нибудь поищем. Ого. Альфа-дилка 135-го левела. Давайте посмотрим, выбегали ли эмеральд еще. Потому что на седло саблезуба, кстати, нужен точно так же эмеральд был. Ну, мне сильно больших сложностей не составить его завалить. О, да. С дилофазавров убивается эмеральд. И это, походу, дело инфосотка. Потому что с троих мне выпало эмеральд. Троих убил, с троих же и выпало. Альфа-дилофазавр. Интересно, вот так вот базу данных и состряпаю себе. Ёпрс, ты еще Вася видомок стал. Мне интересно. Я человек старой закалки. Кстати, да, я перебрался уже на другой остров. Надо будет все острова объединить мостами, чтобы было легче, удобнее. Мне, как человеку старой закалки, мне интересно самому делать зарисовки. Я даже когда в Расте строил дома, я делал зарисовки на листочках. Я не использовал 3D всякие эти хрени, короче. Я на листочке зарисовывал, мне это как-то было роднее и так далее. Я человек старой закалки, я делаю такое. Соответственно, базу, то есть я не лезу, да, допустим, с кого выбить эмеральд, окей. Вот, да, когда уже без выхода из ситуации, надо прям вот срочно-срочно, да, я это... пытаюсь найти, но я стараюсь все равно по мере возможности все искать сам. Ну, допустим, вот убил дилофазавра, ну логично, что с альфачей альфа они какие-то тут самые басявые, а раз этого говна нужно много, значит должно с альфачей падать. Ну в общем, короче, о, еще дилка, о, еще эмеральд, круто. О, я ослеп. В натуре. Сколько? 1689. Отлично. О, еще на 2 дамаг увеличил. Отлично. В общем, 3 дилофазавра. Ой, 4 дилофазавра, 4 эмеральда,
Дилофазавр равняется Эмеральд. Я все-таки еще думаю, склоняюсь к тому, что Сапфир падает с акул, мегалодонов. Поэтому сейчас я думаю, это мы и проверим. Немножечко поохотимся и заодно проверим. Так, кстати, что-нибудь я еще выбил здесь. Ну, такая фигня. В общем, прайм кожу сраного туча опять понабил и все. Ну, пригодится. Пригодится, это говно нужно. Тем более, если я хочу седло улучшать, то это все мне пригодится. И нехило. Ё-просто. Да ладно, вы тут и без меня справитесь. Ха! Дилфазавр был мелкого левела и не выпал Эмеральд. Прикол. В общем, короче, альфа-чи должны быть большого левела, чтобы с них, походу, дропались все эти камешки. Хм, прикольно. Возьму на заметку. А я уж думал, три эмеральда, все, седло могу апгрейдить. Обломали гады. Ну как по заказу, черт побери, прям недалеко ушел и вот он. Иди к папочке. Куда ты спрятался, козел? Ты? Или не ты? Вот он ты. 1700. Отлично. Просто тащу. Такс. О, это мегалодон простой. Мне нужна альфа. Такс. Давай, 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 давай. 40-й левел. Должен затащить. Ёптель-моптель. Я должен затащить. Давай, 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 давай. Кстати, я лутал альфа мегалодона. И там ничего такого не было. Интересно. Ну давайте завалим. Да, два сапфира! Я был прав, черт побери! Я, черт побери, был прав! Сапфиры лутаются с мегалодонов. О, да! А, то самое чувство, когда ты был прав. А, ты это кайф. О, трансфер пика. Отлично. О, медиум экспириенс пол. Офигеть, ропер-сотный. И черный жемчуг. Отлично. Да, это то, что мне нужно. Так, что я еще здесь добыл? Ну, все так же прайм кожа. Угу. Ну, хорошо. Прайм кожа, так прайм кожа. Пока что веса мне достаточно. Так, давай еще урона. Отлично, скоро будет 3000! А это, блин, у меня скоро дамаг будет почти 2000. Это кайф, это реально кайф. Потому что здесь мобы имеют здоровье не сильно большое. Здесь же они не сильно вкачаны. Средь-то маленькие. И, соответственно, здоровья у них не слишком много. Кайф! Это реально кайф. Понимать, что ты доминируешь. Ой, обосрался. Так, кстати, 145-й, я думаю, уже есть смысл переименовать. Так что пишите свои предложения. О, Радун. Пишите свои предложения, как этого мега-саблезуба... О, альфа-дилофазавра завалили. А, как этого... О! Чик! Ой, да-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 
только вошли всего отсюда. Да, Эмеральд. В общем, наземные ящерицы это Эмеральда. Да, моя теория подтверждается. Черт бери, я обожаю, когда моя теория подтверждается. Ну, конечно, я вслух ее не говорил, потому что, блин, сейчас схожу я вслух еще. Как-то это не то пойдет. Так, бобриная, бобриная. Оп, отличненько. Ну, раз уж я на месте, то почему бы не залутать? Как говорится, о, бобрик мелкий. Прикольно, первый раз увидел мелкого бобрика. Я даже его практически не заметил. Даже захотелось его притомить. Причем просто тупо взять в руки и пойти на базу. И, вот, кстати, было бы прикольно, если бы можно было бы, возможно, была бы такая возможность брать мелких. То есть, просто каких-то мелких, да, взял в руки и пошел. Так, что это, рыбка у нас? А, просто койл. Ну, просто он красный был, я не знаю, я подумал, мало ли, вдруг это альфа койл. Или прайм койл. Ну, ладно. А, кстати, сегодня же это... ну, у вас уже не сегодня, но, в общем, официально поддерживающиеся моды
от разработчиков, типа Луна, замок, это круто. Это, кстати, карта Рагнарок, я хочу эту карту посмотреть, я очень хочу эту карту посмотреть. У меня своя, свои заморочки в голове, я ее хочу посмотреть. В общем, суть в том, что разработчики теперь официально поддерживают эти моды. И напишите мне в комментариях, как на эти моды подписаться. Я не хочу их искать в Workbench. Там типа написано, типа кликните по иконке и в Workbench, типа это, нажмите подписаться. Я жал, я все жал, и Workbench открывал в Steam. Бежал, ничего не помогает. Напишите, как, потому что я хочу. Я хочу, раз уж разработчики их поддерживают, значит, они будут следить, стараться следить за оптимизацией. Значит, моды довольно-таки хорошие. И я стремляюсь к тому, что у людей, то есть на модах, точнее, на модовых серверах... Твою мать, а! Слышь, морда волосатая, иди сюда! Че у меня там, в инвентаре, что ли, что-то лежало? Или моя теория о том, что она с быстрого слота не прет. Точно, я и забыл про это. Блин, забыл, что эта козлина с седла сбивает. Черт побери, полез на него. Сейчас столько много всяких козлов, сбивающих с седла, это просто меня бесит в дикой природе. Ненавижу, люблю летать. Хотя и нынче летать тоже небезопасно. О, Сарка, давайте я завалю. В общем, напишите в комментариях, как эти моды все себе подписать именно через панельку, как и задумано разработчиками. Я вам скажу спасибо. Как быстро сдох. Yellow Tribe. Погнали на него. Мне нравится их убивать. Они такие прикольные, с них много чего можно выбить. Ваншот, ванкил реальный. Так. Самое опасное — это спускаться и хлутать. Ну, всякая фигня, как обычно. Такс. Переместить все. Кстати, видели, да? У меня появился в инвентаре эта фигня, и меня эти чубрики, которые тыбрятся с инвентаря, они сперли. До этого ничего не спирали. Такие вот дела. В общем, я бегу в зиму. Если кто не понял, я бегу в зиму. Просто поискать потом еще пингвинчиков. И да, можно с богомолов, это я понимаю, но я бегу в зиму полутать пингвинчиков, они как-то побезобиднее. Хотя, тейкер. Хотя можно и на богомолов, там альфа богомолов я видел, точно, погнали на богомолов. Богомолы, кстати, около синего обелиска бегают, большого в таком количестве. Точно, еще явно тут... фу, господи, показалось, что виверна, я уже очкую виверну. Еще ни одна на меня не нападала, и слава богу, я их очкую. Чуть, когда я саблезубы томил, чуть на меня не напало. О, мелкие. Чпаникс. Ой, ну ладно. Еще и деморфадон завалил. Так, а что у нас здесь? О, Yellow Tribe. Стоять! Тихо. Куда, говорю? Такс. Залутаемся. Да, с них в основном падают киблы. И все, можно так сказать. Нужно вот только кибла да еда. И это, конечно, фигня, но тоже неплохо, хотя бы не создавать их, и на том хорошо. Здесь просто, видите, если бы, конечно, не было бы этого стола по созданию киблов, на Yellow Tribe был бы смысл охотиться. А так как бы просто куча металла, и все будет отлично. Затащил. Алёша, ты чё? Завалил, что ли? Ну, я тебя завалю тогда. О, пиранька. Тащим. Ну, кстати, вот. Какой левел был? 45-й левел, и вот он, Эмеральд. Реально. Маленький левел, он чутка не канает. Так, вот я сюда нафиг всех завалю. Блин, вот. Люблю я выставлять такие теории, которые потом меня же и оправдывают. Кстати, от этих говнюков, которые прут постоянно, да, они же мелкие, они же еще те козлы. И можно как от них избавляться. Ложим какое-нибудь говно к себе в инвентарь, типа рецептов и так далее, ну, то, что вам явно не пригодится.
лучше топоры всякие оставлять. Допустим, вот так вот возьмем, вот так вот. И когда они будут нападать, они будут это спирать и убегать. А вы, как ничем не бывало, они-то прут, по сути, всякий хлам. И все. А все нужно хранить уже в самом питомце. Я сейчас просто такую фигню придумал, думал, надо поделиться. Ну, авось вам пригодится. Учитывая, что ты не ждешь их, когда они нападут на тебя, они просто из-под тишка нападают, и это нормально. Нифига там пати! Пати на кровати. О, скорпион, давайте я завалим, мне хитин пригодится. А то у меня что-то с цементопастой там, короче, какая-то там, какие-то рамсы. Вау, Рексуня. Два Рексуня. А вы меня к себе возьмете? Твою мать! Я ж испугался, думаю, что за фигня, блин, на меня тут нападает. Так, погоди. Хе-хе-хе! Бонзай! Понеслась, родимая! Да мне без разницы, кого валить, мне главное качаться. Оу, еее! Пошла жара! Давай, вперед! Всех завалил? Так, кстати, я когда альфа этого, альфа саблезуба томил, я увидел этого, господи, альфа анкилозавра 50-го левла. Я так думаю, ну окей, и все, и прошел мимо, потому что у меня его томить нечем было, да и перевозить его не на чем. Мне нужно срочники цали томить, без вариантов, короче, потому что нужно, потому что марамушта, и все. Че-то я заблудился, а, не, все нормально, я не заблудился. О, сдохни. Я, кстати, стараюсь этих мирных не убивать, а вот таких вот, как козлов, я убиваю, ну, просто чтобы было. О, куропатка, иди сюда, скотина! Бесите вы меня, бесите. Блин, не залутался. Взять все. Отлично. Тащим. Кстати, подхожу к этому острову. И хотел еще сказать, здесь есть один такой уникум, он... какой-то там ченнел, не помню. С уникум он там предъявы кидает, типа... Чумул, типа, вчера было, чумул, типа, серию не упускаешь, что там еще написал, не помню, а сейчас вот, где 129-я серия, типа, что за фигня, вот, я тебя предупреждаю, еще раз такая фигня, и ты полетишь в бан, потому что для таких, как ты, место досужено только в бане. Потому что все остальные знают, когда я выпускаю серии и во сколько я выпускаю серии. Вот, ну, а Ирина Королева написала: я первая. Поздравляю тебя. Ты первая. В общем, ну, совпало так, просто решил, думаю, мало ли кто что написал в комментариях, смотрю, я первая. Ну, хорошо. Почему? Ну, думаю, тебе это будет приятно прочитать, точнее, услышать свое имя. На стриме. Да, все походу близится, очень сильно близится к стриму. Вот, я думаю, тебе очень будет приятно услышать свое имя на видео. Так, давайте, в общем, побегаем здесь. Кстати, фиолетовый лучше пускается. Здесь где-то богомолы должны бегать в странном количестве. Помимо богомолов, здесь может быть скорпиончики, альфа-скорпиончики. Я очень на это рассчитываю, потому что, видите, хитин. Богомолов я видел здесь просто дофига. Вот они! Богомолы! Полимер! Охренеть! Кстати, да, это я специально оставил, пускай прут, уроды. А, я себе сделаю кайфовую броню, тековскую. Возможно, даже в этой серии. Посмотрим. Хватай и беги. Текс. Так, что у нас здесь? Ну, фляжечка. Ладно, фиг с тобой. Это все разобрать. Чертеж пригодится. Разобрать говно. Чертеж разобрать. Пригодится. Но, возможно, и тоже пригодится. Кстати. Ну да. Заканчиваются.
срок годности. Ну, у меня там просто уже есть в холодильнике, нормально. Нормально, нормально, сейчас побегаем по этому острову, может еще кого найдем. И, кстати, тег броня, что там тебе нужно? Полимер, следок металла, кристалл, ай, сраного говно, черный жемчуг нужен. Ну, тогда сделаю, где этот, из куба, где ты, бронечка, где ты, сраная бронечка. Так, не ты, вот на ты, только где-то остаешься там. Риот, давай посмотрим здесь. Вот они. В общем, полимер, жемчуг, кожа, волокно, вся проблема была в полимере, создам ее себе. Просто броньки у нее больше, чем у металла, и ее уже улучшу. И, конечно же, самое основное, еще раз, не требует металла. Блин, ну я в последнее время, со всеми этими улучшениями, я такую себе проблему нажил. Так, где там гамма 2? О, да. Я устал уже от этой яркой гаммы, если честно. Напрягает на меня. Вот, если что, лучше эту захаваю. Стейк, тем более я его выбил. В общем, не требует металла. Я думаю, с полимером проблем не будет. Сейчас мы полимер добудем. Траодоны. Долбаные ублюдки. Бесит меня. Вот траодоны меня бесят. Они вот прям конкретно, прям бум, вылетают и все. Твою мать, да какого фига ты на меня напал? И все в таком духе, короче. И прям конкретно очень тяжело с ними. Ну, что поделать. Так, ладно, погнали. Поищем еще. А, кстати, да, я тут себе здоровье вкачал до 40 тысяч. Без трех. Но 40 тысяч, я думаю, будет достаточно. А, все остальное также оставил. Ой, вес. А вот это уже подстава. Надо вот такое говно скидывать. Я что-то забыл, что это она сраного весит. Ох, ты нифига еще и факел-то сколько весит. Да уж, надо все это выкидывать. Эх, мясочка, да, я тут еще почистился. Точно, оружка, она сраного сколько весит, оружка. Что вот про тебя-то и забыл. Да уж. Вот, и, кстати, да, я себя еще качну. Давайте посмотрим, до какого левела я себя качну. Так, здоровится. Здоровится. Да ладно. Да. На. Офигеть, я 101 левел. Круто. Заряд, что это означает? Я желтый, могу лутать теперь кристалл. Надо, короче, до желтого кристалла сейчас добежать. Надо будет найти его и добежать до него. Так, что у меня тут открылось? 105. Так, бутыльки открылись у меня. Ага. Восстанавливать здоровье. Надо бы посмотреть, что они дают. Так, стамина. Это оксиген. Вот это вот, ну. Да ладно, вот же говно. Я эти еще не изучил до сих пор. Там мне, походу, пытаются пыжиться бить. Здесь, видите, от мода они раскиданы точно так же по ходу изучения, по ходу появления. Forge Maker. Starting Station for Faster Forge. Ну окей, давай тоже состряпаем, точнее изучим, посмотрим. О, сперли что-то. Походу на меня нападали, все-таки что-то спирали. Так, что он требует? Целебный отвар, нормально, тентабырь. Седатив, да ладно, не, я не буду его создавать. Седатив, наркотик, он сразу вот тучу, сколько ресурсов стоит. Дерево. Вот. Не достал. Да твою же мать! Отлично. Чё за говно? Погоди, чё это за говно? Epic Forge. Master Forge. Офигеть. 50x. Ясно. Так, подобрать. Окей. Хорошо.
Надо будет посмотреть на эти печки. Да уж, маленький паразаврик, но все-таки альфа. Пятый левел. Так. Райм Хьюж. Идите в жопу. Так. Иди ко мне! Порубаю тебя на кусочки маленькие. Ну да, всякая фигня, в общем, выпала. У меня проблема, я не могу от перевеса избавиться. Да ладно, 207? А, ну это фигово я. Но я его разберу на металл, это здорово. Седло, окей. Я его разберу на металл, это здорово. Я все металлические теперь собираю. И разберу. У меня там есть какой-то это еще, крашер. Появился. Кстати, ну-ка. О, нифига себе, серия, это уже 45 минут. Надо кристалл найти. И уже заканчивать. А у меня есть тут какой-то крашер появился. Крашер. Не, он не здесь, он создается. Надо будет тоже его посмотреть, может там поприкольнее будет. И так далее, короче. В общем, ладно, побежал я искать желтый луч. Потому что нужен. Зеленый, конечно, хорошо. Но здесь всякого хламья полно. Но здесь в основном ресурсы брать. Потому что все остальное надо просто скидывать. И это в основном... Чаще всего это камень. На это сраная вот туча сколько весит. И в этом-то и основная проблема. Так, ресурсы. В общем, все как обычно. Хотел вам показать то, что я разобрал все. 306 полимеры. 363 металлических слитков. 60 наркотиков, ну и еще там у меня 1500 наркобериков, которые я сразу же стал переделывать в наркотик. Круто, здорово, это все, что я разобрал. Точнее, ресурс, который я получил после того, как я все разобрал. Мне нравится, меня устраивает. Ну и, собственно, давайте глянем на кристалл. Ну и вот он, кристальчик. Немного пришлось попотеть, полутать кристаллы, побегать, а еще у птера-то вес маленький и... да. Ёптель-моптель, всё металл. Проблема лишь в одном. Чёрт побери, она весит сраного туча. Это первая проблема. И оказывается не в одном. Весь этот металл нельзя разобрать. Это надо устанавливать предмет и разбирать этот самый предмет. Да уж. Ну давайте посмотрим. Всё-таки мне интересно, сколько я металла получу с него всего, со всего этого говнища. Скорость. Ну что, в общем, все, что было, я разрушил. Кстати, 280 брони, даже у меня эти басяби уже, хотя тоже легендарные. Все, что было, я разломал, ну, кроме, понятно, металлического нагрудника, нагрудник там сломается. Все постройки, и вот это вот, это со светильника. Не понял. А, на седлом, блин, господи. Это со светильником. И, в общем, 553 металла, 154 цементной пасты. И тут уже решайте сами. Потратил я на разборку, сборку, все дела, около 2 минут. Золота, при этом 500 металла, 154 цементной пасты. Тут как бы вам решать, нужно вам или нет. Но если, помните, да? Там маленькая печка, которую я установил. И если в те печки будут реально 50 раз быстрее жарить металл, то оно того не стоит. Больше заморочек, я бы даже так сказал. Потому что это реально больше заморочек. Блин, ну я уже устал. Вот это кайф. Слабенький освещением. В общем, заморочек больше. Потому что если будет быстро перерабатывать весь металл, то это только больше возьми. Ну вот, конечно, да, цементная паста, все дела, но это все в целом-то фигня. А можно, конечно, поставить, допустим, фундамент, стенки, крышу там понаставил, поразломал и все. Здесь же я заморачивался, ставил раму с люком, раму на стену, то есть окно, окна в них ставил, окна по отдельности сломал. Я ломал абсолютно все, чтобы все-таки посмотреть. Ну, 500 металла, это вполне неплохо. В моих реалиях это сейчас вообще реально здорово. Вот, так что тут как бы уже сами смотрите, нужно вам это или нет. Вот, ну, а что? На сегодня моя охота не только за динозаврами, не только за мобами,
не только за приключениями, но и за лутом на сегодня заканчиваются. Что, на это все? В общем, пишите все ответы, все комментарии на то, что я спрашивал и говорил во время серии. Кстати, да, я все, я там люк поставил сверху. Во время серии все, кстати, да, ну, там холодильник торчит. Все, пишите в комментариях, что думаете в целом по серии и так далее. Давай, залезай, 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 залезай. Опаньки, кстати, надо дерево менять уже, они постоянно в дерево проваливаются. Бесит меня это. Оп, отлично. Ну, а я на этом уже буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. В общем, все как обычно. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.